Праздник, который возвращает в мир детства и дарит новогоднее настроение. В Большом зале Дворца культуры прошел концерт, главный герой которого – дети. Его посвятили закрытию года ребенка в Ненецком округе. В программе больше 20 номеров. При этом многие юные дарования на большую сцену вышли впервые. Олег Хатанзейский оценил талант. Вообще волнуетесь, когда выходите на сцену? Нет! Несмотря на многочасовые репетиции, они веселы и задорные. Последние минуты перед концертом, за кулисами суета, но никакого волнения. Здесь лучшие воспитанники различных творческих коллективов. Но от выдержки и самообладания тоже многое зависит. Кто-то опасается за свой вокал, кому-то неуютно на большой сцене, а у кого-то, напротив, железные нервы. Мне очень нравится выступать. Почему? Сцена – это все мое. Вот. Мне больше нравится на сцене. Я сегодня буду петь на коми языке песню «Марья Моль». И вот этот момент. Концерт начинается. Они такие разные, но общее все же есть. Они – дети Севера. Уже из названия концерта в принципе понятно, кто здесь главные герои. Это, конечно, дети. А их главное жюри отнюдь сегодня не педагоги, а вот эти вот люди, что в зрительном зале. Это мамы, папы, бабушки, дедушки и ребят, которые, собственно, выступают на главной сцене. Сегодняшний герой – это дети и ведущие. Взрослый человек и двое детишек. Как и должно быть. На сцене больше, кроме ведущей, взрослых не будет. Этот праздничный концерт подводит итоги года ребенка в Ненецком округе. На протяжении всего 2015-го огромное внимание, в том числе властями региона, было уделено именно детям. И результаты озвучивают со сцены. 50 детей обрели новую семью. И еще 20 покинут детский дом в ближайшее время. Свыше 1000 жителей округа отдохнули в санаториях России по путевкам мать и дитя. Большинство ребят никогда не выступали на большой сцене. И вот их дебют в образе льва. Они бесподобно исполняют незамысловатые движения. Педагоги гордятся, скромно улыбаясь, добавляют, растет достойное поколение. Здесь и гордо называют «Дети Севера». Олег Танзейский, Антон Водряков, телеканал «Север».